Всем здравствуйте, с вами снова Влад, и мы продолжаем проходить Outlast. В предыдущей серии мы... Нехорошее проседание FPS. А в прошлой серии я заговариваюсь чуть-чуть. Это не первая серия Outlast за сегодня. В предыдущей серии мы... Да, впрочем, мы и в предыдущей, и в позапредыдущей попали в канализацию. И сейчас пытаемся найти выход с нее. А я слышал и видел, что здесь был кто-то. В прошлый раз. Поэтому не знаю, что будет. Так, когда я погружаюсь в воду, начинают звучать какие-то страшные звуки. Я боюсь, что тут водится что-то не очень хорошее. Поэтому давайте быстренько воду эту пробежим. В третий раз дают понять, что вы так легко не отделаетесь. Все-таки надо будет. По воде пройтись, ребята. Надо будет. Ой. Господи. Не хочу я туда идти, но, блин. Воду я тоже не хочу опускаться. Знаете, у меня руки трясутся. Тут везде все открыто. Я не пойму, что, где, когда, зачем, почему. Так. За гребаным документом сюда пришли. Ладно. Кровотечение продолжается. Уже слабее, замерзаю. Кровь еще идет, но боли больше нет. Я почти успокоился. Я больше не могу слышать Валеридера. Возможно, эффекты лечения ослабли. Не могу вспомнить снов. Говорят, я должен согласиться на терапию, чтобы меня выпустили отсюда. Ложь. Конечно же, они врали. Это не было терапией. Нас принесли в жертву, заклиная демона. Только бы больше не было снов. Ад — это... Создатель этой заметки не написал до конца, что же он хотел объяснить. Ну, уже ясен подтекст какой-то. Смысл. Носит религиозный такой характер. Еще лучше, смотрите, тут просто озеро. Дайте чего? Ой, да, вперед надо. Я слышу это. Тот верзила. Пытаюсь его всеми. Правдами и неправдами обойти. Капец, все-таки какая она огромная эта площадка. Я вообще не пойму.
Он близко. Валим, 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 валим. Валим, я не знаю вообще куда валить. О боже. Просто опять в какую-то канализацию. Фух. Что это было? Что это было? Из одной в другую. Когда она кончится? По-моему, цель игры — найти выход из канализации. Точнее, цель. Ну, господи, я уже заговариваюсь, не пойму даже, что я хочу сказать. Кто-то очень сильно огорчился. Знаете, такой легкий мандраж по телу, руки немного трясутся, и после этой дикой просто гонки мне напомнился Batman Arkham Asylum, непонятно даже почему, ну точнее понятно, там тоже была канализация, там был сначала такой небольшой стелс, ну если вы помните, на таких подставках деревянных. Потом мы просто в диком фане, на диком фане убегали от крокодила, от этого. Я не помню, как его зовут, блин. Эх, память моя. Ну, в общем, там тоже было весело. И вот здесь вот. Я думал, на меня из воды, там, где мы проходили, прятались от верзил. Мне казалось, что на меня набросится реально какой-нибудь чудовище, и результат экспериментов вот этого доктора. Какой-нибудь такой же, блин, ящероподобный. Вау. Так, по-моему, здесь пиршество для мух. Хуже запаха и представить себе невозможно. Сотни тел набиты битком в комнату. Кругом тысяча мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник? Так, здесь надо аккуратно. Ой. Такие проходы, знаете, как... в церквях, что ли? Похоже на церковь. Похоже. Слово похоже — мой паразит сегодня. Ну что ж, мы выбрались из канализации, я скажу вам. Это дикий забег, который был сейчас. Он дал свои плоды. И походу мы на нижних уровнях, да? Так, чтобы двигать.
в такие моменты, когда двигаешь, да, самое стрёмное, что вот оттуда вот могли выбежать какие-нибудь уроды и начать прессовать меня. Ой, а ты-то у нас? Ты не будешь зол злиться, если мы пройдем мимо? Блин. Так, цель. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Я почему-то не удивляюсь, что здесь дохрена кровищи, кишок и прочей прочих внутренностей человека. Здесь кого-то пытали, это была, видимо, последняя пытка для бедняги. А может и не для бедняги, может для маньяка какого-нибудь. Кто его знает, а? А эта лестница ведет наверх. Страшные звуки. Понятно. Это пришли по нашу душу. Ой-ой, и тут не открывается. Что же нам делать-то? Идти туда? Искать ключ. Он достаточно круто сделан, что он очень органично взаимодействует с внешним, с окружающим пространством. То есть держится, может немного отойти, может выйти за угол, при этом держась рукой, видите? Это очень здорово. Нет, не говорите, что мне нужно отодвинуть этот шкаф. Тут аппарат, ну, наверное, моя гарнитура лучше, да? А, нет, мне нужно отодвинуть этот шкаф. Я пожалею о том, что сделал. Непременно. Так, если что... Валим. Ой, вот это мне уже... Ну, не нравится это, но все равно делать нечего. Так.
Ой, сволочи. Задвигайся, 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 дорогая, пожалуйста, быстрее. Господи, боже, где? Вот именно такой дикий экшен и подразумевает мандраж в руках, блин. Задвигаем, задвигаем быстро. Просто действуем быстро и бежим, я не знаю, прямо и на глаза глядят. Нас и выведут в этом случае. Так, откуда баллон нет, нам нужно туда. Кстати, паркур хорошо реализован вообще. Ой-ой. А, это те голые пидорасы, да? Которые за нами гонятся. Ой, еще одна дверь, по-моему. По-моему, именно сзади сейчас. Понятно, сюда нам надо. Точно, 100%. Беги, 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 пожалуйста. Он нас догоняет. Закрываем, обязательно закрываем за собой дверь. Быстро, Бензай, подвинь. Если хочешь жить, давай, давай. Ой, давай. Закрываем, закрываем, уезжай. Фу. Это было... пипец. А, блин. А, нас отрубили. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Это тот безумный доктор, я хочу вам сказать. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Что с его телом? Куда ты меня везешь? Я не хочу туда ехать. Отпусти меня, я не хочу туда ехать. А, клавиши не помогают. Но в отключке в полной. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! Ну так отпусти меня. I'm in no hurry. Не побегу, блин. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Mm-hmm. Ой, боже мой, эта психушка не перестает меня удивлять. Мы, конечно, многое видали, но вот такое. В принципе. Он себя то ли модифицировал, то ли с ним что-то сделали. А там открытая решетка, между прочим. Если что, мы можем туда сбежать. Это результат его дерзких экспериментов. Жестких и дерзких. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and Что ты сделаешь сейчас со мной? Film movies. С этими людьми. And it'll give us a chance to talk. Это место надо к чертям разбомбить. Я даже согласен на то, чтобы меня уничтожить вместе с этим Леном, но I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. На психа он смотрит. Да, это на психа похоже. Что он хочет делать, а?
You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I do. Нас пугает или что? Я не понял. Ой. Ой. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. There. Better now, right? You understand why we cheat you? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Трубил по пальцу на руках. Капец вообще. Мужик, давай. Мы сможем это сделать. Я бы тоже вырвал. Это жесть была просто. Он ушел, мы как-то выбрались, я не пойму. Правда. Как? Но мы выбрались. Видимо, пальцы нам больше не мешали или что. Фух, это было жестко. Давайте-ка лучше продолжим выбираться отсюда из этого кровавого места в следующей серии. Это было сегодня, блин, дико, безумно и просто нереально. Что все не укладывается в мозг. Как? Что произошло? Боже мой, это безумие просто полное. Поэтому давайте продолжим в следующем выпуске. С вами был Влад, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго, всем удачи и пока, ребят.